А у тебя 2000 было, да? Ну вот, колеса купили. А 300 рублей не дала? Кто? Сам продавец. А я ей под расчет отдал. Паски еще купил, дядь Вов. Mm-hmm. Ты что, забыл? Два кофе. Капучино. Смотрите, Елена Николаевна, какие мы Владимира Ивановича коры взяли. Опять, блядь. На Питер. На Питер новые. Посылки получили. Деньги. А вы там что, все едете? И Олег? И Олег тоже. Не, он не хочет. Предлагали ему. Боится? Боится, да. Что не вернется оттуда целый. В гости едем на экскурсию к подписчикам. Да, поедем. Мы там не были ни разу. Вот, приглашают, едем. Да? Конечно, конечно, все нормально. Все нормально, Елена Николаевна. Все официально, все без нарушений. Все по закону. Конечно. В понедельник в баню поедем, Владимир Иванович. Сразу перекинемся, переоденемся. Или сегодня? Нет, в понедельник, я уже договорился. На 2 часа. Вечером поедем в Москву. Ну? Во сколько? Я не знаю. Не помню. В понедельник. Угу. После Пасхи, да, да. Сашка, а на сколько дней? 13-го приедем. Что, 9 мая? 9 мая там будем, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Как она, Сань, ничего? Живы-здоровы. А ты, пожалуйста, нам два человека. 30 рублей, Саша, иди сюда. Там без крышек, Саш? Да, да, без крышек пойдем. Здорово. 30 рублей. Подходи, Саша. Владимир Иванович, иди подходи. Я больше раньше. Давайте деньги. Подходи, Владимир Иванович. А у меня кредитную карту так сюда. Сейчас я доплачу. Елена Николаевна, ну считай мне долг там, что там еще. Как? И вот, какой? Ты мне еще говорила. Не заплатил? Нет. О, я же тебе набрала, а ты хер подошел и ушел. Не, я, наверное, заплатил, я уже сам забыл. Ну погляди, ты же вычеркнула. Я вычеркнула, но я забыла, что выбрали. Значит, а можно оплатить? А, нет, тут раз все оплатили, сейчас я говорю. Сейчас он 24 еще осталось. 24 сейчас я добиваю. Иди к столику туда. Тут раз, да.